Приветствую вас, вам вот одна из коллег задала вопрос о том, почему вам так важно прощение мужа, да? Вот, я думаю, что это хороший вопрос. Вам на эту тему обязательно стоит подумать, вот, но помимо этого, да, вот как вы можете вымолить прощение, да, постановка вопроса в целом не очень правильная, потому что вымаливать прощение, значит, по сути дела, унижаться перед человеком. А унижаясь перед человеком, вряд ли вы сможете добиться чего-то такого, ну, я имею в виду, чего-то хорошего, что-то такого правильного, чтобы, ну, чтобы человек вас оценил, да, и так далее. Вот, поэтому если вы, например, понимаете, что вы ошиблись, если вы, например, понимаете, что, ну, поступили вы как-то неправильно, да, если вы понимаете, что, ну, что муж вам дорог, вот, то сделать нужно следующее. У измены есть причина. То есть, по некоторой причине у вас появился любовник. По некоторой причине это для вас стало возможным. И вопрос заключается в том, что это за причина и какая неудовлетворенность лежит в основе этого. Вот. Ну, знаете, то, что неудовлетворенность на основе этого лежит сексуально, я, если честно, сомневаюсь. Ведь, как правило, женщины, именно женщины, изменяют, ну, очень редко, чисто из-за секса. То есть чисто вот из-за секса, чтобы получить прям удовольствие, это вряд ли. Как правило, там есть какая-то, ну, подоплека, да, какая-то вот подоплека есть вот. То есть у вас, ну, может быть, что-то, ну, что-то у вас не срослось, да, что-то у вас не получилось, что-то вы недополучаете, вот, и так далее. Вот это нужно взять, и ваше поведение, именно поведение, подкорректировать. То есть вести себя измененно. Вот. И только ведя себя измененно и показывая своему мужу, что вы действительно изменились в течение длительного времени, то причем если вы будете делать это исключительно для себя только, вот, то ситуация может, может как-то выправиться, и мужчина сможет вас простить, потому что, понимаете, какая история? Простить значит понять. Понять. Да? Нет, не так. Простить значит принять, а принять значит понять. Вот так. И для того, чтобы принять, мужчина должен понять. А чтобы понять, мужчина должен увидеть причинно-следственную связь, почему вы изменили. То есть он ведь считает это ударом в спину, не просто так, именно ударом в спину. То есть он это рассматривает как
личное оскорбление себе. А это, ну, понимаете, не совсем правильно. То есть не совсем правильно и целесообразно рассматривать подобный аспект как именно как оскорбление. Понимаете? Его. То есть его это задело, получается, по факту его это задело. И он поэтому не может вас простить, потому что его это задело. Вот. Ну и как вы, я надеюсь, понимаете, что мужчина должен увидеть, что дело не в нем, да, а, например, дело в вас. И когда подобное произойдет, да, то есть когда сместится акцент с, значит, ну, с него на вас, например, когда мужчина это почувствует, когда он увидит, что вот причина, по которой вы изменили, вот она такая, да, она в этом, вот. Вот тогда он, соответственно, и вас простит. Ну, конечно, никто не отменял и того факта, что нужно вам определиться все-таки, почему вы так хотите, чтобы он вас простил. То есть, ну, зачем вам его прощение, ведь вы же имели любовника, да, значит, ну, позволили себе иметь любовника. Значит, он вам был для чего-то нужен, да, любовник? Вот. А я вас не обвиняю, я просто говорю, как бы, что нужно здесь все вот это вот расставить по своим местам. Вполне возможно, что вам нужна помощь будет для того, чтобы, ну, лучше разобраться в себе, может быть, чтобы понять, как вы оказались в такой ситуации, вот. Понимаете? И вот, собственно, к чему нужно стремиться. То есть молить, это, знаете, это лишь культивировать чувство вины у себя и у мужчин. Да, то есть вот вы извиняетесь, грубо говоря, все время, да, ну, постоянно, например, извиняетесь или постоянно пытаетесь, значит, вымолить прощение, допустим, у него, а он понимает, что вы себя чувствуете виноваты, и это разве хорошо для вас, ну, как вы понимаете, я надеюсь, что нет, для вас это негатив, вот, поэтому если действительно хотите быть с мужем, то сделайте выводы, поменяйте свое поведение и через какое-то время, если мужчина любит вас, он обязательно простит, вот. Конечно, может быть такая история, что он простить не сможет, то есть, ну, он уйдет от вас, вот. Да, такая ситуация тоже может быть, к сожалению, вот, ну, то есть к этому нужно быть готовы и на этот случай рассчитывать, ну, потому что, видите, мужчина, он воспринимает отмену как удар в спину, то есть он ориентирован на себя, вот. Понятно, что ему больно, понятно, что ему обидно, но, как бы, измена это проблема, и проблема это, в общем,
системная проблема. И, соответственно, для ее решения нужно не только вымаливать прощение вам у него, но и ему тоже нужно что-то менять в себе, ну потому что как-то вы дошли до того, что измена стала возможной. И это никогда не бывает ответственность только одного человека, это всегда ответственность нескольких людей. И судя по реакции мужчины, он в глубине души он это понимает, но пока еще не готов это принять. Вот. А что именно вам поменять в своем поведении и как лучше выражать эти самые перемены, с этим нужно разбираться, и, собственно, это вы можете сделать в личных консультациях с психологом. Вот. Для чего каждый из нас, экспертов в области психологии, готов вам помочь. Вот, выбирайте и начинайте работать. Вот, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. Если понравился вам мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше. А я вам желаю всего самого доброго и удачи!